Праздник, получивший название «Яркие краски лета 2013 года», проходил в актовом зале 9-й школы. Сюда пришли школьники, родители, учителя и, конечно же, те педагоги, которые проводили в этом году летнюю оздоровительную кампанию. И вот ведущая говорит слова приветствия, и начинается праздник. На сцене выступали ребята из различных образовательных учреждений Амурского района. Каждый старался рассказать зрителям о том, как для него прошел летний отдых. В этот день всех ребят и гостей поздравила начальник управления образования Амурского района Елена Гонзюкова. От всей души поздравляю вас с таким замечательным праздником, фестивалем «Яркие краски лета». Как поется в одной из известнейших песен, вот и лето прошло. Действительно, закончилась самая яркая, самая долгожданная для вас пора – это школьные летние каникулы. Но, судя по вашим выступлениям сегодня, они у вас останутся яркими, долгими. Вы будете долго вспоминать. Также Елена Ивановна вручила почетные грамоты главы Амурского муниципального района тем работникам системы образования, кто принимал активное участие в летней оздоровительной кампании.